Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами посмотрим еще одну хардкорную игрушечку под названием Vagrant, или как-то так. Обещает быть хардкорным. Это 2D-платформер, говорят, очень сложный, и также говорят, что был создан для игроков, которые любят сложности. Я надеюсь, искренне надеюсь, что это именно так. И я не знаю, чего ждать от этой игры. Я опять, как всегда, ничего не смотрел, потому что я хочу все узнать на своем опыте. Игра, правда, на английском, поэтому мне будет немножко тяжко. Надо будет как-то исправлять эту ситуацию с английским. Подучить, что ли, как-то. Ну, в общем, ладно. Давайте мы с вами посмотрим на эту игрушечку. Если она действительно окажется хардкорной, такой, как нам обещают, то, возможно, будет даже какое-то прохождение по ней. Нажать старт. Хорошо. Ага, ты смотри. А, да, здесь можно играть, насколько я понял, можно играть с четырьмя людьми, по-моему, да? Но мы будем играть пока что сами. У меня сейчас включен контроллер, то бишь геймпад. Я думал, что нужно будет ходить на стике, но, видимо, нет. А что это такое? Я вот цвет, видите, я как-то цвет переключаю. А зачем? Хорошо, просто, ну ладно. Ага, понятно. Что нужно делать? Туториал. Отлично. Ага. Ага, вот тут можно драться. Хорошо. Угу. Понятно. Я пытался сейчас как-то зажать X, чтобы, может быть, он когда вытянет перед собой меч. Как в Зельде, помните? Там можно было зажать кнопочку, и он тогда просто держал перед собой меч, и все, кто на него напарывался, все умирали. Ау, тихо. Зараза. Ого, видели, он может крапкаться. Круто. У нас что-то прокачалось, как мне кажется. Я думаю, что это можно как-то... прокачать вот этот меч, видите, слева возле меча. Плюсик мигает. Ага. То есть он цепляется за уступы. Круто, на самом деле. Автоматически зажигает факелы. Понятно. Понятно. Я просто хотел проверить, что будет, если это шипы. То что будет, если я на них именно прыгну? И что будет, если я по ним просто пройдусь? Вау. Слушайте, мне уже нравится. Это реально круто. Если так и будет дальше продолжаться, то... Вау. Смотрите, можно... Если так оно и будет дальше продолжаться, то... Я думаю, что я даже захочу сделать прохождение по ней. Так, ну я уже... Офигеть, можно даже разбиться. Круто. А зачем здесь это? Не знаю. Уть. Я так понял, что здесь нужно быть исключительно внимательным. РБ... РБ, чтобы зацепиться за уступ, да? То есть вот так сейчас. Да-да-да. Я, конечно, плохо знаю английский, но не сказать, что прямо безнадежно все. А! Так, нажимайте E, чтобы плавать быстрее, да?
Да-да-да, хорошо. А можно плавать как-то? Ну-ка. Ну, кстати, у нас полосочка белая, видите? Наш кислород. Сюда можно? Нет. Уть. Интересно, я один раз я вот нажму на эту ловушку, отбегу назад, а окажется, что в меня полетит слева направо что-нибудь. Давай! Давай, силач, ты сможешь! А могу еще раз нажать? Нет. Ладно. А, тихо. Пиксели. Это монетки. Так. А, бить по стенам, чтобы найти секреточки, да? Да-да-да. Отлично. Ого, круто. А, осторожно. Так, ого, так разбиться можно. Значит, нужно проверять все стенки. Бомба, ого, а как ее использовать? Ну-ка, не то. Ага, ты смотри. Не совсем понятно, но я думаю, что сейчас нас научат. Я надеюсь. Фу. Хорошо, будем знать, что вода нас... Что такое власть? Что вода нас может спасти в такой ситуации. Угу. Нажмите старт и ЛБ. Во, РБ, чтобы вот можно прокачаться, да? Интеллект, удача. Vitality, Dexterity и сила. Давайте-ка мы возьмем. А, слушайте, я не могу. А, я понял вас. Sword, уровень 1. Я могу прокачать меч, да? Так получается. Да, у меня есть одно очко, которое я могу куда-то вкачать. Вот так это делается. Я вас понял. Хули! Наверное, здесь есть магия еще какая-то. Значит, защита. Давайте прокачаем вот это. А как? Ай, я понял. Хорошо. А вернуть я могу как-то? Нет. Понятно. Вот и магия, книжка заклинаний. Да, твою мать, зачем ты выкинул? Что это значит? Ладно. Хорошо. У нас есть вверху какой-то таймер. Уть! О, вау! Да что ж ты делаешь? Давайте его поставим сюда, пускай будет первым. У него 3,6, у этого 2,5. Он определенно лучше, еще и бёрнинг, то есть я буду кого-то поджигать. А, во-во, как это делается? Точно, хорошо. А как кинуть? Вот. Класс! Даже ломать можно эти самые. Круто! Мне уже нравится эта игра. У нее очень много возможностей, по-моему. Хорошо! Ладно. Так. Это, судя по всему, будет наш первый спелл, да? Вот он.
мы его снарядили, и он у нас будет на букве Y. Сейчас узнаем, что он делает. Тихо. Зараза! Восстанавливает как раз перед тем, как мы умерли. Хорошо, что не с самого там, не знаю, начала. Видели? Меч такой, что ударил огнем! Со стрелой вылез. Реснулся. То есть это один раз оно в меня стрельнуло, да? Убило, свою миссию выполнило и все. Понятно. Тут еще одна. Вот как оно работает, вот этот спелл. И нужно зажимать кнопочку, и вот тогда он делает то, что нужно. Из разряда защитной ауры такой. Черт, плохая идея! Очень плохая! А, я всех убил. Отлично. Мне кажется, что будет проще играть в эту игру именно на клавиатуре. Ау! Умри, засранец! О, торговец, да? Да. Мы можем купить у него зелье регенерации. Только я не могу понять, почему одни и те же зелья стоят на 2 и 3 монетки больше. Давайте возьмем... Ой. Возьмем вот это. Классно сделали. Очень нравится. Реально, мое почтение. Круто. Так, я смог его выпить, и теперь я буду регенерировать, да? Ого. Хорошо. Идеально. Это что такое? Выход. И что, у меня все отняли, или у меня отняли это все потому, что я только что нажал на старт? Хорошо, давайте посмотрим еще, что у нас здесь. Dark Cave One. Так, хорошо. Судя по всему, давайте прокачаем Sword. Все отняли? Я не знаю. Возможно, это потому, что я нажал на старт сейчас и как бы перевыбрал персонажа. Это, конечно, не очень прикольно было. Ну ладно. А-а-а! Слушайте, я понял, судя по всему, это работает таким образом, что в туториале мне давали... Меня жалели и давали проходить с места гибели. Здесь все по-взрослому. О, смотрите. Да, действительно, здесь же генерируются случайным образом карты. Я читал об этом. Если игра мне сильно понравится, я почитаю о ней, я думаю. Так. Оно вообще как? Может сломаться, нет? Что это значит? Сафар это, по-моему, жертва, да? Я, наверное, как-то усложнил себе жизнь этим. Было бы неплохо. Darkness claim you. Тьма идет за тобой, да? Кажется, кому-то не нравится, что я ломаю это дело.
сдохни, зараза. Уть. Закрыто. Он немножко скользит, когда я бью. Ау! Когда я бью мечом. Нужно учитывать. Перчатки? Добавляет к дексу и Lightning Resist. Плюс один, хорошо. Ай-яй-яй. Ну хотя бы не так сильно бьете, как могли бы. Пурпурный свиток. Не идентифицировано. Прыжки. Вау! Вау! Офигеть! Это на один прыжок всего можно было сделать, да? Классно то, что генерируется локация. Это значит, что не будет абсолютно одинаковых каких-то прохождений или еще чего-то в этом роде. То есть я смогу сделать уникальное что-то. По идее. Ау! Это водопад, я могу по нему как-то? Нет. Так, еще одни перчаточки, ну-ка. Неидентифицированный, так, там кто-то умер от того, что напоролся на... Босс? Оу! Об стену-то меня! Зачем? Тихо! Бежим, бежим отсюда! Давайте прочитаем неидентифицированный свиток. Recharge, перезарядка. Получай, ублюдок. А, черт, это первый, наверное, босс подземелья. А, черт, сейчас убьет меня об стенку. Круто. Очень и очень круто. Мне понравилось. Ладно, знаете что? Я предлагаю на этом... Да, я предлагаю на этом закончить этот первый взгляд. И на самом деле мне эта игра очень и очень понравилась. И я хотел бы в нее еще потом поиграть, но чуть-чуть позже. Я думаю, что я к ней еще вернусь. Попробуем ее, наверное, пройти когда-нибудь, но чуть-чуть позже, не сейчас. Ладненько, в общем... Увидимся с вами в следующих первых взглядах, в прохождении. Все, всем пока, удачи!